величиной 50 градусов. Вот этот вот угол 50 градусов. Скажите, пожалуйста, какой угол она образует с другой из этих двух параллельных прямых? А сколько? 40 градусов. 40 градусов. Почему? Ну, потому что у нас это прямоугольный треугольник, следовательно... Ну, это, в смысле, вот это? Да. Да. Третий угол – это 40 градусов. Да. А, так как прямые параллельные, то там тоже 40 градусов. То вот эти все три равны. Да. Отлично, спасибо. Все правильно. Так, хорошо. Следующая задача тоже очень простая. Две пары параллельных прямых образуют четырехугольник. Вот такой четырехугольник. Докажите, что его противоположные углы равны. Да, пожалуйста. Покажите пальцами быстрее. По признаку параллелограмма, это параллелограмм, вот это четырехугольник, это параллелограмм, так как равны, так как параллельные две пары сторон. Да. Ну, а в это верно. Но понимаете, это вы просто сказали так фактически. Я умная, я знаю, что такое параллелограмм, поэтому все так будет. А вот если без этого? Пусть вот мы отметим этот угол x. Да. А, это тоже угол x. Нет, секунду, вообще-то x не бывает. Углы принято обозначать греческими буквами. Да. Это тоже угол альфа. Да. Это тоже угол альфа. Да, пишите. Это правильно, да. Это тоже угол альфа. Да. Расположим углы. Просто несколько раз воспользовались теоремой о том, что если эти две параллельные прямые и пересекающие прямые, то вот углы равны. Альфа, альфа, альфа. А эти равны как вертикально. Да. Спасибо, отлично.